Можно, блядь, заткнуться, просто хуя не говорить. Ну что ты несешь то вообще? Шишка, блядь, станет. Может, Саша? Да, Шаш, братан. Каждый, блядь, проигрыш твой не будет получать, окей? Какие нахуй шашки? Что ты несешь? Что вы орете? Орет, я один ты! Что вы злые люди? Кто вы-то злые, а? Ну чего, здесь, а мы вдвоем? А, здесь, ёк! Ну чего ты мне самогон вдвоем? Выпей на работе, кто тебе стоит? Ну он сразу понял, что я бутылку выпил. Но я рад стал, вещал, как я был. Я вам дам бил. Юрий, это бизнес. Рассказывай мне, что это такое? Нет, я тебе продаю. Приходите, кто может. Я работал над ними день и ночь. Батя, нормально? Ехать по дому надо. Вот это я понимаю. 5 минут, 3 телефон. Отец потом еще раз ебанул дома. А мать говорила, блядь, что все хорошо. И вот, блядь, мы сидим здесь с тобой. Блядь, что ты сказал? Нихуя не понял. Ну очень интересно. Блядь, что ты сказал? Давай по новой, Миша. Нихуя не понимаю! Вы кто такие? Суки. Не лезь, сука ебаный. Я бы не звал. Ты че, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахрен нога обратно. Дебил. Ну а он, сука, потом утром 3 семёрки выпил, дура. Хуй с ним, понимаешь, просто. Ну, слушай, хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу такое? Ну, хочу, чтобы ты заткнулся, я уже не могу их слушать. Бать, нормально? Ехать до дому надо. Вот это я понимаю. 5 минут, 3 телефон. Отец потом еще раз ебанул дома. А мать говорила, блядь, что все хорошо будет. И вот, блядь, мы сидим здесь, да, блядь.